О работе в сфере безопасности муниципалитета и региона коллективу территориального управления «Звенигород» рассказал депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Геннадий Горькавый. В 2022 году Одинцовский округ занял первое место в Подмосковье по итогам смотра конкурса на звание лучшего муниципалитета по обеспечению безопасности. Одних только крупных массовых мероприятий в прошлом году было больше 350. Порядок на них обеспечивали 7000 сотрудников полиции, а также работники органов госбезопасности. Кроме того, Одинцовский округ лучший по оснащению видеокамерами. В 2022 году ими были оборудованы более 1300 подъездов.